Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же определить скрытый номер, даже если он звонит вам на Viber. Итак, о чем говорится? Если вам звонит просто скрытый номер на телефон, вы его никак не определите. Есть, конечно, антиопределители различных приложений, программ, то есть акции от вашего от оператора и так далее, и так далее. Это все есть, это все платно, но нас интересует конкретно Viber. Давайте же перейдем в Viber и, допустим, возьмем какого-либо человека. Вот, и, допустим, вот здесь мы видим человека, но здесь в названии будет приват number, то есть имени не будет, то есть это будет приватный номер. То есть вы перезвонить никак не можете, но чтобы позвонить человеку, допустим, вызов по мобильной сети, там продолжить, и у вас номер телефона высветится. Все-таки, если будет даже приватный, там какие-то цифры будут иметь. Но вы не сможете позвонить. Но знаете, что в Viber невозможно сделать так, чтобы это был приватный номер или скрытый номер. Но все-таки, как же сделать так, обезопасить себя, чтобы в дальнейшем вам никто не звонил с этих людей, со скрытых номеров, не доставал и как бы определял номер. Есть отличное приложение, называется NumBooster. Простое в использовании, переходите и как бы имеете безопасность, качество для вашей связи. Первое, я проверил номер телефона, вот была ситуация, вот я даже написал. Я согласен со всеми, которые написали с этим человеком, точно по Viber, так само провел этот номер, вот и написал, получал этот номер, приват номер, такие-то цифры. То есть была ситуация с девушкой, то есть я там начал как бы говорить на повышенных тонах, ситуация дошла до того, что вот я нашел это приложение, то есть как бы разобрался в интернете, что в Viber невозможно сделать скрытый номер, и как бы вот все дают оценки, вот этот человечек названит, и с каждой разная история, там где-то шантажирует, где-то угрожает, где-то что-то предлагает, вот. Отличное приложение для того, чтобы проверить. То есть, в бесплатной версии у вас есть 30 раз в сутки проверить какие-то номера, найти описание на каждого человека и как бы вот определитель номера включить можно. Заходите, вам нужно будет зайти в настройки телефона, определитель номера, включить эту функцию. Как это сделал я? В описании все просто. Зашли, перешли, нажали телефончик, опустились вниз, блок идентификатор вызовов, активируете ползунок и все. Эта функция работает. Дальше. Переходим, видим, какие у нас есть подпункты. Это уже заблокированные номера. Это уже я оставил профиль данные, чтобы если кому нужно было найти, было что-либо интересно, пообщаться и так далее. Вот расширенные функции. Это будет касаться уже про версии. Если вы купите за $27, вы будете иметь какие возможности. Все подробности о профилях, номерах телефонов, которые вы проверите в приложении, если пользователь профиля их не скрыл. Это вам будет доступно. Можно скрыть доступ ко вкладке подробности в профиле номера. Это о себе, либо же о ком-то. Вы получили, и в дальнейшем вы также получите все доступные функции, которые появятся в NumBooster. Это вот все то, что касается. И все то, что по самому приложению есть. Настройки простые. Номер телефона, регистрация, дополнительные функции. Здесь полазите, вас все будет в принципе понятно. Здесь опять же каждая подписка на каждую функцию. Но мы уже посмотрели именно конкретно на все функции. Вот мои подписки, вот каждый день вы открываете вот такие три сундучка там будет и получаете, либо получаете, либо не получаете монеты. За эти монеты потом вы можете использовать, какие функции здесь будут доступны. Определитель у меня уже активный. Поиск, вот как выполнен. Так само вы можете, кстати, да, забыл сказать, в поиске сразу же определить номер телефона, жмете просто поделиться именно конкретно в NumBooster. И вы сразу же можете проверить здесь, какой это человек, кто вам звонил и так далее, и так далее. Очень классно, какие здесь нарекания. Так, давайте же я вам продемонстрирую, как это будет выглядеть с помощью телефонной книги, когда вам, допустим, кто-то позвонил. Мы жмем на значок I, опускаемся ниже, поделиться контактом, выбираем проверить в NumBooster, выбираем номер телефона. Как можем видеть, есть отзыв, Мишаня такой-то, он так подписан у кого-то. В области можем посмотреть, добавил имя. То есть, чтобы скрыть, допустим, я могу скрыть, потому что у меня есть платная подписка. Советую вам также ее купить. Это на постоянной основе, и вы сможете скрывать либо свои, либо чьи-то подробности, если сам человек, конечно же, не скрыл. Вот, эти все описания, также вызов, можете позвонить, на смс написать, имя изменить, оставить какую-то заметку, либо же человека заблокировать. Ну, так и напишем тоже Азер
Миша. У нас уже есть заметочка. Вот, допустим, для нас он будет Азер Миша. Здесь он был подписан у кого-то Мишаня Азер. Все просто. То же самое, Паш, уведомления настраиваете, то есть какие будут здесь акции, еще что-то, оставить отзыв и так далее, и так далее. Это уже техподдержка пошла. Самое главное, то, что я вам показал, это как все-таки активировать определитель номера, что нам нужно. Быстрая проверка, мы уже проверили правность телефонной книги и расширенные функции, но это же, конечно, платная подписка. Но запомните то, что можно проверить вообще все операторы мира, 30 номеров в сутки. И если вы активируете премиум подписку, у вас будет безграничное количество на все функции. Ссылка в описании будет на приложение, очень классное, блокируйте все номера. Те, которые вас достают, это, кстати, те же самые номера, что я писал о мошенниках OLX по продажам iPhone. Я их тоже сюда добавил, пускай люди знают их, пускай народ как бы будет в курсе. Используйте это приложение, оно будет очень информативно, очень важно для всех. Оно действительно меня в некоторые ситуации спасло, так как я мог конкретно поскандалить с любимой девушкой. Поэтому я еще раз перед ней извиняюсь, чтобы моя совесть была чиста. Я это сделал сразу же, как только это увидел, в принципе. Но это все такое дело. Если вы знаете еще какие-то способы, как пробить номера, какие-то еще фишки с Вайбером, пишите мне, для меня это очень важно. Самые лучшие комментарии попадут в видео. Будем общаться. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь также на мой инстаграм. Ссылка в описании. Всем пока.